250 миллионов рублей получит регион в этом году на закупку нового медицинского оборудования. Это решение принял президент, озвучил журналистам в РИО губернатора. О проблемах медицины в субъекте первому лицу страны Воскресенский сообщил на личной встрече, отметив, что выделяемых из местной казны средств не хватает. Новая техника будет поставлена на вооружение сразу нескольких учреждений региона. Куда конкретно ее направят, решала целая комиссия. Рентгенограф, областную клиническую больницу, 3 рентгеновских аппарата будут поставлены в больницы с высокой хирургической активностью, 26 аппаратов для искусственной вентиляции легких, реанимационных отделений 5 больниц. Дальше будет приобретено еще 4 маммографа, 4 цифровых флюорографа и 2 видеоэндоскопа. Один маммограф пойдет в Шуйскую ЦРБ, которую в ходе рабочей встречи посетил Воскресенский. Здесь работал маммограф 2010 года выпуска, но он израсходовал ресурс и нуждался в замене. Медтехника работает на износ, поэтому часто выходит из строя. Так и случилось с ультразвуковой системой диагностики сосудистых заболеваний в Шуйской ЦРБ. На смену прежнему аппарату закупили новый. Он помогает выявлять поражение головного мозга и сосудов шеи. Атеросклероз никак себя не проявляет, но является главным фактором риска для развития всех сердечно-сосудистых катастроф. Такой аппарат просто необходим для ранней диагностики. Данный аппарат, конечно же, это совершенно другая система ультразвуковой диагностики, которая до мельчайших тонкостей диагностирует кровоток, диагностирует проблемы сосудистого плана на самых ранних стадиях, выявляет сосудистые нарушения внутри стенок. Все сердечно-сосудистые проблемы, как в городе Шуй, в Ивановской области и в Российской Федерации, они находятся на первом месте среди смертей от всех неинфекционных заболеваний. Конечно же, именно на это направлены усилия по снижению смертности и ранней диагностики. Самый главный проблем, который можно выявить с помощью этой аппаратуры. Медицину в регионе, отметил Станислав Воскресенский, ждут серьезные изменения. Именно на развитие здравоохранения в будущем в РИО губернатора и делает ставку. Вы не сочтите меня за сумасшедшего, но у меня есть план. Я считаю, что мы в ближайшие годы с вами вместе сначала наведем порядок в здравоохранении, а потом я на горизонте десятилетия, даже больше, вижу нашу медицину здравоохранения как такую серьезную точку роста. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Шуя.